Новость из разряда «я даже не знаю, как назвать». В Совете Федерации осудили мужчин, ходящих в спортзалы, потому что это не соответствует традиционным ценностям. Для России очень важно сохранить традиционный институт семьи, где у каждого своя роль, считает сенатор Ольга Кавитиди. При этом, по ее мнению, мужчины, следящие за собой, не соответствуют традиционным ценностям. Кавычка открывается. Мужчина должен работать, приносить деньги в семью. Он должен вспомнить, что прежде всего кормилец. А наши мужчины где сегодня? Они в спортивных залах, они смотрят на красоту своего тела. У нас сегодня мужчин в салонах красоты, наверное, больше, чем женщин. Кавычка закрывается. Посетовала сенатор Ольга Кавитиди. И первый комментарий. Сдается мне, Милфу обидел какой-нибудь Альфонс.